Всем привет! Это канал «Из Москвы в Израиль». И сегодня я собираюсь на ведьмовский девичник. И иду к своей знакомой на преображение. Моим преображением займется, как вы думаете, кто? А вот не догадаетесь, моим преображением займется Инна Платонова. Идем в студию. И... О, привет, заходи, я тебя уже жду. Готова к преображению? Да. Что у нас будет? Сделаем образ на праздник Хэллоуин, на вечеринку, посвященную празднику Хэллоуин. А что это будет? Смотрите дальше. Да-да-да. Наш образ готов. Кто же я? Анюта у нас сегодня в роли Мавки. Это персонаж украинской мифологии. Лесная фея, которая своими чарами заманивала молодых парней. Сегодня я этим и займусь, видимо. Я пошла. Не забудьте реквизит. Я иду на девичник.